сюда ни шагать. Блять, она сигареты. Ждать? Она сигареты. Ну. Ой, хорошо. Постой. Остановись, пожалуйста. Дело в том, что я тут далеко еще иду и увидел тебя, ты очень милая. Вот, у тебя... Ладно, я буду особенным мужчиной. Дело в том, что... Можешь подойти? Да, давай. Да. Слушай, необычные черты лица, честно скажу тебе. Да, ты делал себе пластических операций? Нет? Нет, действительно очень красиво, вот как бы. Просто я себе делал, вот, да? Пластическую операцию, да. Худ на что, можно? На что? Узнать, даже интересно. Ну, это необычное место, как бы. А, да? Это да. Вот, не видно? Ну, да, не видно. Что это, что за? Ну, в смысле, да. Не знаю, может, дуло там как-то. Не, оно снаружи, ну, косметологическая такая, как думаешь, какая? Ну. Нет, ну, примерно. Ну, ладно, хорошо, не будем. Слушай, честно, блин, ты мне понравился, но ты куришь. Можешь не курить? Да, я вот курю. Можешь убрать, как бы... Ну, потопчи чуть-чуть здесь. Ну, выкини, можешь подойти, пожалуйста. Вот там, вот мусорка, подойди. Вот там, да. Давай, просто мне в другую сторону подходи, сейчас я... Сейчас мы загоним ей про имплант члена. Друзья мои, сейчас... Сейчас я спалился. Сейчас. Я просто такой радостный, просто очень. На самом деле. Да, я занимаюсь. Вот. Слушай, а чем ты занимаешься? Я музыкант. А где? Где ты? Я учусь. Где? Круто. А зовут тебя как? Аня. Раду. Раду? Да, Раду. Аня. Слушай, а можно было встретиться потом, как пообщаться с тобой, как бы. Да, ну. Просто я хочу тебе сказать, ну, если мы заговорили о операциях, да, и косметологических там, как бы. Дело в том, что я себе сделал дорогостоящую операцию, да, и хирурги постарались, и представляешь, короче, мне сделали имплант пениса, представляешь? Вот. Возможно, не нужно, конечно, сейчас об этом говорить, да, вот. И... А зачем, ну, как это, а? Зачем тебе? Зачем? Ну, да. Ну, чтобы увеличить, чтобы, ну, как бы, доставлять удовольствие, чтобы девушки были счастливы, да. Я, ну, если ты взрослая девушка, да, как бы, ты у тебя уже, 17 лет. Да, тебе уже был интим, ты знаешь, что такое, да, как когда. Потому что, ладно, размер имеет значение, согласна? Ну, имеет. Имеет, просто для каждой девушки свой размер, правильно? Да. Ну, вот согласен. На самом деле, если мы с тобой будем общаться, ты не пожалеешь просто. Просто хирурги, представляете, они увеличили мой размер целых два раза. Да. И теперь он 10 сантиметров, представляешь? Такая прелесть. Да. Как маловато. Что? Маловато. В смысле маловато? В прямом. Маловато. А любовь, а чувства? Да, ну как-то вот мы так с тобой разговаривали, совсем вот далеко от этого всего. Ну, а мне кажется, наши родители, они общались только из-за размера члена, мне кажется. Слушай, ну как так? Я просто видел в своих глазах любовь, чувство, а как бы так получилось, ну... Да, ты совершенно прав. Неужели тебе имеет значение размер? Нежность совершенно не имеет значения вообще. Ладно, не будем об этом. Что такое? Ладно, давай будем открытыми. Коль мы уже начали, хорошо. В чем дело? А, слушай, ты не хочешь со мной пройтись? Нет, я прошел, мне просто в другую сторону. Давай, я тебя согрею. Нет, мне не холодно. Просто идти надо. Мне в другую сторону просто. Я поняла, мне в другую. Нам типа пути с тобой. Мне кажется, какой-то изъян между нами. Какая-то вот что-то между нами. Неужели мои сантиметры, а? Нет? Вот ты можешь, если сантиметры ни при чем. Зачем ты вообще об этом заговорил? Я бы, знаешь, даже с тобой познакомилась, как бы, вот если бы ты вообще это все не начала говорить. Да? Ну, не имеет значения, но мы же адекватные люди, правильно? Я как-то вот, не сразу что процесс, значит, мне секс сейчас не нужен, у меня с ним все в порядке, я как бы... А, ты сейчас в отношениях, да? Ну, не совсем. У меня нет парня, дело не в этом. Я говорю про секс. Слушай, ну если мы взрослые люди, почему мы не можем говорить об этом открыто, правильно? Да, правильно. Так что не будем зацикливаться. Я говорю, что я готова, я могу пообщаться, пообщаться. Спроси меня что интересное, помимо моих 10 сантиметров. Как так? Что он тебя спросил? Первое впечатление обо мне. Не впечатление, а да? Каждый раз вопрос, когда парни знакомятся, какой цель? Ты вот пикапер, ты учишься знакомиться или что ты делаешь? Ну не совсем, мне кажется, на пикаперских школах не учат такой херни. Ну я не знаю, просто брат этим. Брат занимается этим? Нет, занимался, сейчас он уже взрослел. И умеет, да, хорошо у него это получается? Да, у него все отлично там. Ну ладно. Не пикапер, поверь. Не. Я не занимаюсь этим. Это вообще считаю это очень мерзко и неправильно.
ни в коем случае. Согласна со мной, да? Парень адекватный не должен этим заниматься, ни в коем случае. Мне тоже так кажется. В общем, давай конкретно, что тебе от меня надо? Че, чувств, любви и эмоций. Че, построим с тобой. Так что, ну, не сразу. Не, мы не будем спешить, но смотри, можно с тобой встретиться, пообщаться. Вполне адекватно. Да. А для этого как? Когда ты будешь свободна? Только честно, давай, если тебе это нужно, то нужно. Если не нужно, то нет. Нет, чувств любви мне не нужно. Похоть, страсть, эмоции, чувства, порка. Любишь быть госпожой, да, наверное? А что такие хитро? Всегда, просто это разное. А что мужчина доминировал? Знаешь что, давай я буду мужчиной и буду таким сильным. Да, мужчиной. Вроде так, мужчиной. Знаешь, ну раньше были проблемы, а сейчас... А мне? А сколько дашь? Сколько? 22. Давай запишу твои контакты, и мы потом с тобой встретимся, хорошо? Ну, встретимся где-нибудь. В моей красной комнате. Шучу, шутка. Ну ладно, ладно, что шутить. Что, ладно? Номер хочешь, да? Да не цель номер, как бы встретиться с тобой. Цель номер, цель встречи? Да, цель встречи, да. Ну, со мной можно договариваться о встрече через телефон, как бы, по номеру телефона. Ну, вот тогда. Ну. Ну, ладно, записывай, давай, 8-919. 8-919. Скажи, пожалуйста. Ты как-то вел, по-моему, 775. А, вот здесь, да? Угу, вот тут. Угу, все. Даже я почему-то увидел. 8-919. 775. Слушай, а ты особенная женщина. Коль мы заговорили о красной комнате, у тебя, скорее всего, есть какой-то фетиш. Может, я буду чутким парнем. Куда, что ты любишь? Куда мы с тобой пойдем? Что ты хочешь посетить? Музей, возможно. Я вот не могу вот думать о том, что я хочу. Я не знаю, я ничего не хочу. Вот, по телефону? Куда хочешь. Вот что тебе, как тебе будет комфортно? Где там, в смысле? Да? Даже ко мне? Мне все равно. Даже ко мне если поедем? Да никуда мы к тебе не поедем. Вот, в общественном месте, в людном, если ты хочешь пообщаться. Адекватно, да? Нормально. Хорошо. В общественном месте. Рада, да, значит? Да. Забудь еще. Узнаем друг друга, да, поближе? Да. Хорошо. Да. Потому что это какой-то странно, на самом деле. Ну что, юморишь прям. Я же чувствую какой-то подвох. Какой подвох? О чем ты говоришь? Ну, я не чувствую, господи, что ты не заинтересован. Я в тебе? Да, у тебя была какая-то цель, понимаешь, от меня цель. Либо цель взять номер, что ты там, я не знаю, там где там, ты вообще с кем-то уйдешь, я не знаю, короче. Я же все прекрасно чувствую. Вот, женщина не чувствует, на самом деле. Цель, да. Добился, молодец, все. А ты мне свой номер дала? Вот именно что свой, конечно. Да. Ну, хорошо. Да и какая разница? Слушай, а ты, я смотрю, как волнуешься, смотришь по сторонам, что ты ищешь? Я просто бежать хочу. Да? Хорошо, хорошо. Я еще по маркетингу смотреть, думаю, это куда-то хочу. Да, хорошо, хорошо. Влюбилась, нет? Любишь меня? Нет? Были? Ну, мне, в принципе, нравятся юмористы. Нет, хорошо. Молодец. Чувство юмора не заменить, да? Да. Слушай, у меня есть небольшой фетиш, честно скажу тебе. Я люблю одевать... Я вообще люблю девушек в черном и люблю одевать сам черное, вот как бы. Слушай, ты не против, если, ну, ты на следующее свидание будешь моей госпожой? А? Ну, я просто плюс с собой возьму, ошейничек, ну, нет? У нас где бы следующее задание происходить? Да ты знаешь, в общественном месте, у тебя нет социофобии, нет? Нет, ну, вместе. Накажешь меня? Нет. Не-не-не, ну, я себя попрошу, мы узнаем друг друга поближе. И ты такая, ты еще плохой мальчик. Нет? А что-то как-то вот... Нет, не будет такого. Нет. Узнай друг друга, чувства, эмоции, и потом уже, да, как бы ты мне накажешь. Давай с собой плетку возьму, хорошо? Я тебе накажу, если ты мне этого захочется самой, понимаешь, а не потому, что попросишь. Я не люблю, когда попросят. Нет. Я больше люблю... Ну, мы с тобой договоримся. Не ожидают. Да, мы с тобой договоримся. Хорошо? О чем договоримся? Я же говорю, что не люблю я договоренностей. Хорошо. А парафином на меня, ну, капнешь, нет? Покусаешь? Короче, все. Ладно. Ладно, удачи. Ну вот так вот.